купили в подарок нашему коллеге. Замечательный подарок. Квадрокоптер Сума Z1. В комплекте у нас что написано? Сам квадрокоптер, пульт ДО, несущие винты и руководство пользователя. Пульта ДО нету, вместо него есть телефон. Управляется с помощью приложения Fly. Вот так вот. Сам он складной. Да? Запускается как? Так? И теперь можно наблюдать что? То, что камера показывает на экране телефона. Жужжит, будь здоров. В общем, спереди есть камера. Очень легкий. Очень легкий. И не ломается, когда падает. Управление все с телефона. Специальным приложением управляется. Камера так себе. Посредством 640 на 480 мегапикселей выдают видео. В чем плюсы? Компактный, можно взять всегда с собой. Удобен в управлении, не нужен пульт. Управляется с телефона. Время полета максимум 7 минут, батарея заряжается около часа. Будете брать с собой, купите сразу несколько запасных батарей. Также есть проблема с ветром. Если небольшой ветер, то легко унесет. Если большой ветер, еще быстрее унесет. Отличный подарок для начинающих. Замечательный внешний вид. И есть такая фишка, как полет по траектории. Федор, тебе понравилось полет по траектории? Да. Федор доволен. Поскольку маленький складной и еще и с телефона управляется, то его всегда можно брать с собой. Сейчас покажу вам, как он снимает в здании и как снимает на улице. Thank you.